Золото, серебро и две бронзы – таков урожай российской команды дзюдоистов по итогам первого дня стартовавшего во французском Монпелье личного чемпионата Европы. Во второй раз в карьере сильнейшим легковесом Старого Света стал Беслан Мудранов, повторивший свой успех образца 2012 года. В решающей схватке в категории до 60 килограммов он одолел Амирана Папинашвили из Грузии. Бронзовые медали завоевали Михаил Пуляев и Кристина Румянцева, серебро в активе Натальи Кузютиной.